О необходимости развития атомной энергетики в Казахстане говорят многие эксперты в этой области. По их словам, нашей стране важно переходить на зеленую экономику и наращивать производство энергии на безуглеродных источниках. Уже рассмотрены 13 проектов по строительству атомной электростанции. Из них выбрали 4, которые наиболее пригодны для реализации в Казахстане с проверенными конструкциями и повышенной безопасностью. В принципе, работа с атомными реакторами для нас совсем не новая. Мы 13 проектов смотрели, из них выбрали 4 проекта сегодня. Это проверенные конструкции, так называемое поколение 3 и 3+. Там много барьеров, которые предотвращают выход радиоактивных веществ в атмосферу или в окружающую среду. В своем интервью «Егемен Казахстан» президент говорил и о плачевном состоянии ТЭЦ и ЖКХ в целом. По его словам, это результат многолетнего бездействия. Износ теплоцентрали и другого оборудования в регионах достигает 80%. При этом инвестиции в коммунальное хозяйство все эти годы не соответствовали потребностям, заявил Касым-Жомарт Токаев. Как рассказали в Министерстве промышленности, для решения этих вопросов введен поэтапный механизм. Так, в 2024 году на реконструкцию сетей выделено почти 70 миллиардов тенге. Эти сети, которые имеют износ 75% и выше, будут модернизированы в первом этапе. Во втором этапе мы планируем модернизировать износ уже тепловых сетей с износом 50-74%. В 2024 году предусмотрено 69 миллиардов тенге. На эти средства планируется реконструировать 89 километров тепловых сетей.